Та-та-та. Там-да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 . Так. Давай музыку. Музыку? А музыка у меня вот здесь уже, смотри. Сейчас включаю. Да? Ну что, поехали? Так, ну сегодня у нас вот такая будет движуха. Так, сейчас я буду искать точку, как это удобнее показывать. Вот такое у нас движение с согнутой ногой. Здесь у нас исключительно на попу и заднюю поверхность бедра. Всех нам потихонечку присоединяется. А что, у вас сейчас 20:00? Да, как видите, 20:00. Именно так. Привет, умоляю, вы такие крутые, передайте мне привет. Привет, передаем. Так, 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 все потихоньку присоединяются. Ага, дальше мы уходим прямой ножкой работать. У меня такой вопрос, почему Мася добавила в черный список, почему-то обидно. Дорогие мои, случайно попасть в список нельзя. Не забывайте, что вы сидите на других страницах порой и где-то зачем-то ставите лайки под гадкие комментарии. А нам очень много наших подписчиков верных присылает такие моменты. Это очень обидно, что у нас порой наши же подписчики ведут себя адекватно и прикольно. Это знаете, как твой друг или подруга, которая тебе улыбается, а за глаза говорит каки. Вот, собственно, именно поэтому. Беларусь, привет. Саратов, привет. Александр, какой у тебя телефон? У меня Samsung 8, а у Маськи вот такой вот девятка. Плюс девятка. Омск, Урал, Пенза, все нам придают приветы. Так, как нас, кстати, видно в этот раз? Нормально? Я ушел с Wi-Fi и, собственно, вот так вроде должно быть все хорошо. Видите, да? Значит, согнутая ножка у нас уходит впрямую. Многие спросят, в чем разница. На первом движении больше работает низ, середина ягодичной и бицепс бедра. А вот здесь у нас работает именно верхняя часть ягодичной мышцы. Очень прикольно. А ножка дорабатывает. Шпаки впервые купил... аэрогриль стоит, готовит мне курочку. Это круто! Аэрогриль у нас... Где он у нас стоит? Он стоит здесь. Я думаю, что на днях будем дальше готовить там вкусняшки. А сейчас у меня... Цыпленок табака. Сейчас Мася закончит, и мы пойдем кушать. Так, смотрите, дальше Мася уходит у нас на отведение. Ножка вот такая прямая. Напоминаю, что потом мы с Масей выставим ролик на фитнес-массе, где можно будет задать все вопросы, я на все вопросы с удовольствием вам отвечу. Та. Супер видно и слышно, отлично. Почему Мася смеется как лошадь? Ну, потому что смеется пишется через другую, конечно, букву, но ничего страшного. По-разному люди смеются. Кто-то смеется как лошадь, кто-то как курица, кто-то как ишак. Ну, по-разному. Главное быть добрее, да, шпаки? Идите лесом. Кому не нравятся шпаки, идите лесом. Люблю, они простые, добрые. Спасибо. Телек у нас не работает, но Мася сказала, на Новый год она хочет посмотреть телек. Да, Масяня? Один раз в год. Там не будет рекламы и будут фильмы ставить. Так, внутренняя поверхность бедра. Дальше работаем этой же ножкой. Городу Канчкару. Передайте привет. Передаем. Так, Саша, какая тема? Слушайте, а у нас на Саша Мася Лайф мы снимаем именно вечернюю рубрику «Оторви попу от дивана» для всех, кто в этот момент хочет быть с нами. Кто-то занимается спортом, кто-то просто сидит. И, собственно, мы так болтаем. Мася качает, а я ем. От этого еще вкуснее. Да, три вещи, которые больше всего радуют каждого из нас. Так, что еще? Почему мы берем эфир? Потому что они начинают подвисать. Они и без этого подвисают. Рига передает нам привет. Саша, вы почаще улыбаетесь? Я стараюсь. Как часто вы делаете эти задания? 3-4 раза в неделю однозначно вечером, плюс тренировки. Ну, короче, у нас выходит от 8, наверное, до 12 тренировок в неделю. Сосновый бор передает привет. Мася трудяшка, прям красотка. Да. Так. Интересно, сколько с нами будет народу 1 января вечером? Вот если бы мы сейчас ели бы какой-нибудь салатик оливьешечку, тут бы сейчас с нами людей было бы больше. Как в Питере погода, не знаю, мы в Москве уже полтора года, вы забыли? Телек работает просто, зачем он нам нужен? Так, вот такое вот движение. На этом движении прекрасно работает у нас внутренняя поверхность бедра, а также дорабатывает и пресс. Казань, привет, Красногорск, привет. Смотрю вас постоянно, и это кайфово. Самара, привет, что такое EMS тренировки? Ой, это все смотрите на фитнес-Мася, и там уже ему все рассказали специально. Мася, ты молодец, результат на лицо. Да.
кулинарные заметки будут, чебуреки, салаты, коктейли. Уже давным-давно, и не забывайте, что на «Магия Масличка» мы выкладываем уже давно новогодние рецепты, уже 4 дня выкладываем, еще ближайшие 3-4 дня, то будут эти всякие закуски, салаты, вторые блюда и все тому подобное. У Маси своя такая популярность с имплантами. Я занимаюсь утром в зале и вечером с вами. Вот это умничка, это круто. Бугульма, привет. Сашка, стрижка у тебя огонь. Да, мастер решил у меня постричь еще чуть покороче, и я думаю, это будет очень интересно. Кострома, Украина, Таджикистан, привет. Как цыпленок? Мастер, пока ты тренируешься, я пойду покажу цыпленка. Цыпленок людей интересует больше. Цыпленок, дорогие мои, вон там вот. С оливочками, с масличком, с чесночком. И запах такой на всю квартиру, что умереть не встать. После тренировки сало будете есть? Нет, именно этого, цыпленка. Почему большую елку не поставили? Слушайте, смотрите, как у нас красиво. Елочка, цветочек, еще цветочек, веночки такие, елочки, и все очень кайфово пахнет, по-моему, очень празднично, прикольно. Ребят, я вас люблю, в Нижнем Тагиле еще не были, Челябинск передает привет. Так, как внутреннюю часть ноги подкачать? Мастер, пусть пока покажут упражнение, только что показывали, посмотрите и обязательно увидите, специально показываем. Операция на лицо у мастера будет. Израиль, привет. Готовил борщ по масляному рецепту, очень вкусно оказалось, классно. И это хорошо. Казахстан, Уфа, передает привет. Сколько занимаетесь времени дома? 22-23 минуты. Как правило, это самое то, чтобы не сильно устать, и организм приходит очень хорошо в тонус. Правильное дыхание при тренировке. На любое усилие у вас идет выдох. Но помните, как только вы начинаете думать о том, как вы будете дышать, вы начинаете задыхаться. Организм сам всегда найдет правильную дыхалку. Привет из ДНР. Привет. Мы стараемся все комментарии читать. Николаев, привет. В Турцию летим 17 января с Масенькой. Как убрать живот в холодец? Ну, слушайте, с этим вообще все достаточно нетрудно. Нормализовать нормальное питание и, соответственно, потихонечку подключаться с нами. А можно и без нас. Утром и вечером будет кайфово. Каспийск, привет, передает. Что будет делать Мася на лице? А немножко веки корректируйте, что-то еще там. Ну, вы все увидите. Мы же расскажем потом. Мы же ничего не скрываем. Сегодня готовила селедку под шубой, как и Мася. Класс. Ну, как, понравилось? Тбилиси, привет. Майкоп, привет. Так. Отлично. Тан. А мы ждем. У нас должны через 5-6 дней зарегистрировать новую песню. И как только регистрация пройдет, мы с Масей уже, где мы в четверг начнем снимать клип и порадуем вас новой песенкой, которая пока что нравится всем нашим знакомым. Так, правильная дыхалка что означает? Правильная дыхалка – это когда ты можешь позволить себе практически в любом ритме, в любом темпе не сильно задыхаться. А вот. Учащенное дыхание. Кто-то любит дышать поверхностно, кто-то любит делать небольшие перерывы с глубокими дыханиями. На самом деле, ну вот смотрите, у нас тренировка идет нон-стопом, то есть Мася не отдыхает. Но тем не менее, она успевает дышать. Привет из Занзибара, ура, я в отпуске. Как так получается, что я комментарии вижу раньше, Саша читает их намного позже? Задержка Инстаграма? Да, вполне может быть и так. Краснодар, привет. Так. Вроде все. Первым передает привет. Как у тебя ножки? Жжется? Кто нас спрашивал про внутреннюю поверхность бедра? Ну вот, собственно, вот так вот внутренняя поверхность бедра у нас работает. Видите? То есть ножка вся работает, она вытянута в струнку. Амплитуда достаточно небольшая, но здесь она работает все вот 100%. И на подъеме, и на опускании. Есть смысл от вакуума, сейчас все везде показывают. Есть смысл от вакуума, особенно с утречка, когда вы проснулись. Это, во-первых, разгоняет вашу пищеварительную систему, помогает избавиться от лишних шлаков. Ну и самое главное, что вакуум на голодный желудок – это очень удобная вещь. Потому что днем, вечером это делать сложнее, но на самом деле это можно делать и когда вы зубы чистите в ванной. Это можно делать, пока вы принимаете душ. Ну, соответственно, 2-3 минуты всегда идут на пользу. Когда в Дагестан, пока еще не знаем. Владикавказ, привет, нам тоже придает. Дагестанское вино сегодня пробовала, вкусно. Вкусно. Пробовал дагестанское вино, без меня. Так, я уже устал делать, а Мася молодец. Да, многие на самом деле не всегда, некоторые говорят, ой, у вас через 10 минут отдышка, но на самом деле очень мало кто думает, что не знает. Мало кто так делает. Да.
Потому что выглядит вроде все легко. Как уменьшить внешнюю поверхность бедра? Такая, мы как раз и показываем, посмотрите внимательно. Потому что сейчас мы массе внутренней поверхности бедра, до этого была внешняя. Под пиво на массе смотрю, тоже неплохо. Массе Саши, вы обалденно, всегда вас смотрю. Привет из города Саранск. Привет. Упражнения для грыжи спины мы не скажем. Во-первых, мы не доктора. Во-вторых, грыжи абсолютно разных отделов, в разные стороны направлены. Это у каждого очень сильно индивидуальные особенности. В разгрузочный день можно лепить кефир? Про молочку мы уже говорили. Кому-то можно, но, как правило, с кефира вы будете так же отекать, как, собственно, с любой другой молочки. Как правильно дышать, чтобы не задыхаться? Не задумываться сильно об этом, потому что организм на самом деле сам находит моменты, когда вы будете дышать правильно. Все же в школе бегали кросс. А сейчас на самом деле мало кто может пробежать там 2-3 километра. Потому что когда ты бежишь, делаешь это каждый день, с каждым днем пробегаешь больше, ты начинаешь понимать, что организм сам потихонечку приспосабливает дыхалку под правильное дыхание. Как убрать бока? Слушайте, все на фитнес-массе. Мы с удовольствием все расскажем. Что у массы с носками? Носочки протерлись. Они не протерлись, вы что? Это они просто... Я их в буги носила, они покрасились. А, в Занзибаре мы не были. Скажите, пожалуйста, с утра овсянка и похудение. Слушайте, овсянка, похудение нормально, но овсянка тоже не самая простая такая пища, хотя многие ее принимают. В овсянке достаточно много гликогена. Если ваш желудок сонный с утра или неактивный вообще по факту, то может быть не очень все комфортно. Вы супер, у вас по первому браку? Нет, у нас совсем не по первому браку, и все об этом мы на Ютубе специально рассказывали. Так, у Маси носки грязные. Не грязные, они у меня. Так, не болтай. Нифига, нелегко как-то при занятиях аэробика в зале смеялся мужик. Пришел к нам позаниматься, сбежал через ползанятия. Да, именно так. Почему Мася перестала есть привозные завтраки? Потому что Мася, вон там, видите, стоят коробочки, потому что у Маси теперь с утра круассаны. А дальше все по расписанию. Как вы видите, все идет на пользу. И зачем? Если вес нормально сейчас стабилизировался у Маси в районе 60, то, в общем-то, можно дальше и не вниз и не идти. Вы умнички. Спасибо. Харьков придает привет. Слушал песню Маси в Ютубе, она крутая. О, да. И да, и через неделю вас ждет еще одна песня, от которой вы, собственно, очень будете рады. Взорвется. Да. Нижневартовску передаем привет. Та-да-дам. Запросто 4 километра? Ну, вы молодец, это реально. Я помню, что когда я начинал бегать, я первые там 12-14 дней просто легкие выплевывал на третьем километре. Вот. А потом через 3 недели уже все спокойно, 5-7 бежишь, как и ничего не было. Как сейчас питается Мася? У Мася с утра свободный вольный завтрак. Это, как правило, круассан или что-нибудь сладенькое, вкусненькое, печенюшки с сыром. А потом в течение дня она ест абсолютно правильно, хотя у Маси есть такие вот маленькие моменты, как пробу пера, где она может позволить себе съесть 2-3 вилочки того, что хочет. Киев, привет! Да. Операция на лицо и грудь в один день? Да, в один день. А зачем разъединять? Люди заходят, видимо, на носки посмотреть. Да, давайте увеличим просмотр людей. Я покажу еще раз масляные грязнющие носки. Это не грязь! Давай мы сделаем, расскажем, что они грязные и воняют масляные. Давай, я вот поближе покажу, чтобы вы могли себе рассмотреть. Вот. Хинкау рецепт написать вам, сварите, пальчики оближешь. Слушайте, можно, но, честно говоря, вот такие вещи лучше, когда готовит тот, кто умеет это делать. А то потом меня самого на хинкал порежут. Ростов-Дзержинск, привет. Мася была полная, когда добилась такой хорошей фигурки, спорт и тому подобное. Тренировки, питание, пластические операции, все вместе, в общем-то, как и всегда. Мася после операции на глаза будет встречать Новый год, опять как пьяница опухшая. Вполне может и так, но тем не менее, любимая, по-моему, все нормально. Люблю заниматься по вашим упражнениям, кайфово. Привет, с Курска, как найти Масину песню в Ютубе? Забиваете Мася Шпак, да, и сразу, да, и, соответственно, сразу находите. В этом ракурсе Мася бомба, спина вообще огонь. Да, так и есть. Там. Утяжелители у Маси по 5 килограммов, эти тяжелые, вот те более легкие. Они у нас лежат вот здесь, там, видите, новый Масин тренажер для ножек. Мася люблю, и песня любимая, жду еще песню. Ой, да. Очень сейчас точно. Она одна за одной начнет выходить. Да, мы очень хотим успеть выставить 3 песни до Нового года. Не знаю, успеем или нет, но постараемся сильно. Тула нам передает привет. Нальчик тоже передает привет. Спасибо огромное. Книги про мотивацию. Слушайте, нету книг по мотивации. Мотивация зависит только от ваших потребностей и желания добиться их. Собственно, все. Луану Д, привет. Павлодар, привет. Муром.
Так. Салехард, Томск, всем привет, привет. Мастюха, давай за тебя булочку съем с варенькой. Заболела я, ему малиновое варенье. У Маси твоя фамилия или она меняла ее? У нас двойная фамилия, у Маси была Мещанская, у меня был Шпак, и теперь мы... Мещанский Шпак? Да, именно так. Астрахань, Карелия, привет, привет. Саша, чеснок помог, слушайте, нос, короче, дышит лучше, но ну, я все еще такой, знаете, головка кружится, такое вялое состояние, ну ничего страшного. Хотели бы поехать в Саудовскую Аравию? Слушайте, можно было поехать, но мы любим, когда все очень сильно комфортно, и поэтому пока это, наверное, не для нас. Да и вообще там Мася может быть вряд ли комфортным, потому что в чужую страну с самоваром не ездит, а Мася у меня любит все время голенькая быть. У кого доктора оперируетесь? У своего, у Мауровой. Вы супер мои комменты читаете. Слушайте, стараемся. Некоторые нам наоборот говорят, козлы, не читайте наши комментарии. Но, тем не менее. У Маси в попе силикон. И сама ли она накачала? Тоже сама накачала. Потом уже ставили силикон и продолжаем качать. Так, Масечка, упражнения для талии. Слушайте, упражнения для талии, их несколько. Посту есть у Маси на странице, на ее официальной странице. Мы рассказывали про корсеты, вакуум и, собственно, как это влияет на талию. Вот. Ребята, все, кому я не ответил на комментарии, вы не обижайтесь. Это я не со зла, вы можете написать их, и мы обязательно вам ответим. Кстати, я могу так сказать, я сама как-то смотрела эфир, и реально, я не знаю, вот не видно тех комментариев, которые ты читаешь, не все видно. Есть такое. Кавказ, ну, Кавказ передает нам привет. Привет. Новый год будем встречать дома. Дома, вдвоем, с Масенькой. Почему отменили Кухню Мира? Нет, не отменили. У нас достаточно напряженный график, если вы замечаете. Мы успели записать 5 песен, пока в сети только 2. А еще одну песню мы будем писать сейчас, и мы хотим все успеть сделать в ближайшие 3-4 недели. Это требует и временных, и материальных ресурсов, поэтому мы не все успеваем. Казахстан, Нижний Новгород, все привет. Силикон ощущается? Нет, не ощущается. Ну, слушайте, наверняка же у ваших подружек тоже есть силиконовые сиськи. Вот как они, ощущаются, не ощущаются? Саша, вы круто выглядели в клипе Ольги Бузовой. Да, у меня была эпизодическая роль. Видите ли, Шпак не формат, даже с точки зрения, наверное, Оли. В Томске вам понравилось? В Томске понравилось, да. Все было прикольненько. У нас же всегда, когда нас встречают наши подписчики, те, кто нас туда пригласил. Это кайфово. Операцию на глазах будете делать? Да, но попозже однозначно. Как ощущается силикон в пупе? Нарушена чувствительность? Никак. Никак не нарушена. Есть некое онемение первые 2-3 месяца, и то только в локальной зоне, и все. У меня только дешев был. Да, там дешев. Поскольку раз делать упражнение, хочу присоединяться. Обычно делаем по 15-20 повторений, но все по самочувствию, можно начинать с 10 повторений, чувствовать, что нормально, потом 12, 14 и так дальше. В квартире убирается Мася, и раз в неделю у нас помощница, которая помогает все убрать. Прямо генерали здесь все начисто. Саш, люблю вас смотреть. Приятно. Если болят ноги, и у меня перелет в самолете, обязательно сделать чулки. Обязательно. Это реально спасет от целой кучи проблем. Как после выходных выгнать лишнюю жидкость из организма? Слушайте, самый хороший вариант – это кардио. Пойти, допустим, на дорожку и просто ходить, хорошенько ходить, часика полтора-два, и все будет в порядке. Ты что, устал, что ли? Ага. Вы были в Томске? Были в Томске, нас туда приглашали, мы были ведущими на одной премии, нам очень понравилось. Беларусь с вами тренируется, любим вас. Спасибо, мои дорогие, и тоже вас очень любим. Так. Как пить янтарную кислоту, слушайте, ну, тут уже все очень индивидуально. Либо это для поддержания иммунитета, либо это экстренно для каких-то моментов. Там есть целая куча ограничений, мы показывали, у нас был такой пост. Если для поддержания иммунитета, обычно 2-3 таблетки в день. Если прямо там после какого-то сильного похмелья и все остальное, то, соответственно, можно и 10, и 15. Но здесь трудно что-то рекомендовать, потому что это же кислота, и в этом есть своя проблема. К вам приеду на Новый год, рядом живу, в доме, где фрукты покупаете. Ого, круто. Купила хомячку, назвала ее Мася. Нормально. Сашка, ты иногда проводит рубрику, разгружая Мася. Мася, ты что лежишь? Я устала. Мася, говорят, очень похудела, стала очень классная. Спасибо. Силикон на всю жизнь или меняет надо через какое-то время? Силикон на всю жизнь. В попе мы не меняли ни разу, как поставили, так и стоит. Камчатка, привет, пурга все заметает, 6 час утра, я вас смотрю. С добрым утром, блин, ну Камчатка такой суровый край, но тем не менее, любимый. Да-да. Масеня, я не помню, так будешь лежать? Угу. Саша, только в фотосессиях сейчас, в смысле, мы, да, я уже специально снимал вам видео, посмотрите его на ютубе. Ребята, скажите, как вы не набираете вес, мы показываем даже. Ну что, ты готов, Масеня?
Ковчатка, Ковчатка нам передает огромный еще привет. Круг сделать надо. А? Еще надо сделать круг. Ну, если ты ленивка такой, у тебя 19 минут прошло. Я не ленив. Все, давай тогда записывать рубрику на фитнес-мастер, как раз ты еще 2 минуты тренируешься, да. И мы, соответственно, пообщаемся со всеми уже там. Хорошо, пишите там комментарии, а ты не забывай на них отвечать. Что спрашивай меня, хорошо? Да. Все, маши ручкой всем своим дорогим и любимым, скажи спасибо.